Всем привет, меня зовут Ангелина Хитарянко, и ты смотришь «Все по ГОСТу». Если ты хочешь работать в удобном офисе с гибким графиком и достойной заработной платой, тебе необходимо стать частью компании ГОСТ, частью ее дружного коллектива. Прямо сейчас туда требуются операторы и менеджеры по работе с водителями. Узнавай больше по телефону в Орске 30 35 14. Уже осенью мы разыграем крутые подарки, а именно ноутбук трансформер, фотоаппарат моментальной печати и iPhone. Чтобы ты не грустил в ожидании главных призов, будем разыгрывать приятные бонусы, сертификаты на 1000 рублей на поездки от компании в ГОСТ. Ну а как же претендовать на все это крутое и классное? Рассказываю. Звони по телефону 33 33 33, заказывай автомобиль и оператору скажи кодовую фразу «как лето», и ты уже участник розыгрыша. Чем чаще называешь код, тем выше твои шансы на успех. Действуй! Ну а сейчас самая остросюжетная рубрика. Ксения Главицкая, Илья Дорогов, авторевизоры на дорогах нашего города. Всем привет! Это авторевизор. Меня зовут Илья Дорогов. Ксюша Главицкая у нас находится за камерой. Будем проверять сегодня машиночку на соответствие. Все как всегда. Чан-чан-чан-чан-чан. Ваша миссия, если вы возьмете за нее, мистер Хант. А может быть, ты просто слепая мышь из Шрека? У них-то был трио слепых мышей. We can see clearly now, the rain has gone. Вас ожидает белая Шкода. Белая Шкода. Я сейчас просто... А знаете, что это за Шкода такая? Она уже была на проверке. Это что, переобзор? Ну, это обзор Шкоды версия 2.0. Пробуем. Здрасте. Авторевизор. Мы снова снимать. Как, будете сниматься, нет? Без лица. Без лица? Хорошо, без проблем. Так, мне же не видно. Ну, немножко грязновато, но надо отметить, что ручки вытерли. По наличию кружочка вокруг ручки, да, вы можете понять. Что можно спокойно ее открыть. Смотрим на сиденье. Чистые. Двери тоже у нас чистые. Ни, даже нигде пылинки нет. Есть детское удерживающее устройство. Багажник можно открыть? О! Слушайте, ну... Как мы любим прям. Да, это... Неправильно открываешь. Неправильно? Неправильно открываешь. Покажем. Для гостей мы откроем вот так. Вау! Образцовый, ничего я не могу сказать. Еще и со спецэффектами. Кататься мы вряд ли будем, потому что уже ездили с данным водителем. Вот, поэтому перейдем лучше сразу к проверкам немножечко другим. Давайте по ПДД пройдемся. В прошлый раз, если мне не изменяет память, то вы ответили правильно. Водители каких автомобилей нарушили правила остановки? Первый вариант – только автомобили Б, автомобили Б и В или всех автомобилей. Могу приблизить. Вот нарушили Б и В. Ну вот, правильно, хорошо. Так, еще проверочка по поводу того, что есть ли у вас размен с 500 рублей. Считать будешь? Все, подсняли? Ой, большая стопочка. Ну, что я могу сказать, проверка хоть и быстрая, но самое главное, но качественная, это очень важно. Спасибо большое, что приехали, вам отличного дня, хорошего настроения. Объясню еще раз для тех, кто не понял, почему у нас не было именно прям 100% полноценно, именно покатушек и всего остального, потому что я помню данный обзор этого автомобиля, мы с ним и общались, он всегда просит пристегнуться в автомобиле и очень хорошо ориентируется по городу. Сам по себе приветлив, но такой с характером немножечко мужчинка. Автомобиль внешне грязный, желательно помыть, хоть и есть для ручек, чтобы вы заходили, но я думаю, что в такую солнечную погоду и дождя нет и даже не намечается, лучше все-таки помыть. Поэтому давайте по-честному поставим минус. Ну, я думаю, это будет справедливо. Внутри чисто, там действительно передвигаются пассажиры, есть какая-то легкая пыль, но в этом ничего страшного. Здесь ставим плюс. А также есть удерживающее устройство плюс. Обалденный просто багажник, огромный. Еще со спецэффектами. Со спецэффектами, да, плюс. Плюс за спецэффекты. И плюс за спецэффекты, хорошо. Кондиционер работает, запах в салоне приятный. Сдача есть. Сдача имеется, причем очень много, там не только с 500, из 1000 я тоже уверен, что найдется. А ПДД? Ну, ПДД. Поэтому по нашему экспресс-обзору можно сказать то, что этот автомобиль проходит проверку уже второй раз, поэтому этот автомобиль, если приедет за вами, знаете, вы доедете в комфорте, с удовольствием, с кондиционером, хорошей музыкой и прям вот, ну, вообще лакшери. Вот. Все. Все. Всем пока. Пока. Водитель, хочешь заработать? Становись частью компании ГОСТ. Звони по телефону в Орске 30 22 30 и узнавай больше. Ну а пока скажу тебе самое главное. В течение 2 часов тебя поставят в программу и подарят тебе 6-часовую смену. Начинай зарабатывать больше.
вами была Ангелина Хитарянко. До встречи на следующей неделе. Пока!